перенаправлял его. Мы с вами стоим, находимся на героической жесткой земле. Именно здесь проходил передний край обороны Ленинграда. Именно здесь гибли наши с вами предки, защищая нашу Родину. Отсюда уходили добровольцы на фронт. Жители Тельмана вместе с Опытом сформировали жесткий батальон. Из 1400 членов батальона 826 были представлены боевым наградам. Несмотря на то, что прошло 76 лет, эхо войны мы слышали до сих пор. Ежемесячно в Тельманах, Войскоров, Пионере, Ямжуре мы находим взрывавшиеся снаряды. Низкий вам поклон, дорогие ветераны. Спасибо за ваш подвиг. С праздником! С Днем Великой Победы! Депутатов администрации нашего поселения, я хочу выразить благодарность всем тем, кто дал нам жизнь и мирное небо над головой. Слово для выступления предоставляется ветерану Великой Отечественной войны. Победы порохом пропах, это праздник, сединою на листах, это радость. Со слезами на глазах, день победы, день победы, день победы. Дни и ночи у мартеновских печей не смакала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом пропах, этот день победы, порохом пропах, это праздник, сидеваю на висках, это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Отцу Ивану. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть убрал, идущим в гробе живот
дорога, Христос воскресе из мертвых. Верхнюю книгу правду, идущий по траве в живот здорово, Христос воскресе из Thank you.
дорогие братья и сестры! Мы от всей Русской Православной Церкви поздравляем вас с этим великим праздником, Днем Победы над фашистской Германией. И сегодня хотелось бы задуматься о том, какой ценой далась эта победа, сколько жизней принесла, сколько скорби принесла эта война. И мы с вами будем молиться за души усопших православных христиан, погибших в эти годы великой и страшной войны. Мы поздравляем вас от наших приходов Эльмановско-Красильского поселения и хотели бы еще напомнить, что война закончилась и все боевые действия, закончились в те времена, они совпали с праздником Пасхи. Вот это очень немаловажный момент и знак людям о том, что совершалось до войны, что происходило до этого, сколько было гонений, сколько уничтожений церквей. Расстреливали практически все священники и все разрушенные мусульмане. Патриарх Кирилл как-то своим родственникам сказал, что да, война нам дана за грехи наши. И об этом надо не забывать. И сегодняшний день, как и все годы победы, совпал с праздником Великой Пасхи. Я бы хотел вас поздравить с этим замечательным праздником, пожелать вам здоровья, долгих лет жизни и радоваться жизни, потому что мы с вами живы, и наши предки постарались, чтобы мы радовались, улыбались этому солнцу, смотрели, и хотелось бы вам пожелать мир в душе и покой. От этого зависит и мир во всей нашей стране, и мир во всем мире. Поздравляем вас еще раз с этим великим праздником Победы и хотим вас поздравить светлым Христовым воскресением. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Храни вас всех, Господь! Из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери жене, пошли домой.